Друзья, также есть чаши с абсолютно неповторимым уникальным звуком, например, вот это. У нее низкая частота, вибрирует с интенсивностью один ритм в несколько секунд. То есть мы ее слышим, как она поднимается, потом она опускается и замолкает полностью. Мы ее вообще не слышим. Потом она опять сама поднимается до громкого звука, опускается, и опять мы ее не слышим. И при этом ничего делать не надо, эта чаша делает сама. Этот ритм называется эпсилон. Это сверхнизкие ритмы, сверхнизкие частоты, которые включают в нас рептилоидные клетки. Клетки для регенерации организма. Понятно, что такая чаша, цена ее будет от 2000 евро. Но это инструмент, который может реально регенерировать клетки тела.